Перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию уже началось. Об этом заявил Александр Лукашенко в беседе с российскими журналистами. По словам белорусского лидера, он уже договорился с Владимиром Путиным о местах размещения ядерных боеприпасов. Цитирую. «Я не буду говорить о количестве. Мы договорились о размещении ядерного оружия. Где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение. Решение принимает президент России». Конец цитаты. Это слова Лукашенко. По поводу сохранности ядерных зарядов он призвал не переживать. «Мы люди аккуратные», — заверил Лукашенко. Вашингтон осудил перемещение тактического ядерного вооружения, при этом в Госдепе США заявили, что не видят оснований как-то менять сейчас готовность и размещение своих стратегических сил. О заявлениях Лукашенко и реакции США рассуждает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Почему их не беспокоит? Реакция сдержанная, потому что, по сути, стратегический это баланс сил никак не меняется, да? Мы просто размещаем ближе, как бы, к европейским государствам, и это не стратегическое, а тактическое ядерное оружие. Я бы сказал, что это просто символ того, что мы готовы повышать ставки в этой игре, да? Мы как бы демонстрируем, что готовы увеличивать конфронтацию с Западом. Я бы сказал, что это даже с точки зрения Беларуси это больший шаг. Значит, больший шаг на сближение с Россией, да? И помните, да, Лукашенко как бы пошутил на встрече с Путиным, что теперь у нас с вами даже одно ядерное оружие на двоих. А что американцы? Американцы не тревожат, у них у самих, значит, в некоторых там европейских странах ядерное оружие размещено. Что им тревожиться-то? На количество боеголовок это никак не меняет. Тем более это не стратегическое вооружение. Это, я бы сказал, такой, знаете, символ. Это такой как бы сигнал такого, знаете, информационно-психологического порядка. А значит, вот недавно Лукашенко говорил, что испытывает давление со стороны Польши, да. Поляки ведь тоже давят, а значит, на Беларусь. Белоруссия полагает, что может стать жертвой натовской агрессии, да, со стороны, в первую очередь, Польши. Это дополнительные гарантии, кстати, Беларуси. Понимаете, вот этот шаг рассматривал даже не со стороны России, а со стороны Беларуси. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В конце марта Владимир Путин заявил, что по просьбе белорусской стороны Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории республики, так как давно делают США на территории своих союзников, отметил Путин. По его словам, к 1 июля планируется закончить строительство хранилища для ядерных зарядов на белорусской территории. Также Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения нового вооружения.